Давайте я как-то вас двоих попробую сфотографировать, что ли. Ну, давай. Да. А ну, Алена, а ты как-то? Да. А ну, сделайте губки уточками. Ну, вот идем. А ну, еще что-то. А ну. Она видео снимает. А ну. Девушка, а девушка, как вас зовут? Ну и дура. А меня Федя. Девочки. Любовь выложишь. Поняла? Это прозвучало как угроза. Смотри, сколько рыболовов на том мостике. Я оставлю ссылку только для своих. Будете открывать? Что? А свои это все друзья, которые подписчики? Всем своим подписчикам. Это тебе такие пишут? Наверное, Оксана. Тренажеры. Да пошли. Да, вон видишь, как качелька. Это поставить. Я и Береза. Я и Береза. Я под березой. Ой, вот это очень красиво дерево смотрится на камере. Под ним фотографии. Не знаю, как фотографии, но видео нормально. Это в Инстаграм, да? Мы прогулка гуляем. Да нет. Че фотографии не будет? Ну, зря висели, понимаешь? Так вы же не синхронно висели. А ты на меня залазила. Вы еще синхронно висели. Лезь на березы. Дерево с деревом. Дерево под деревом. Выключай. Она тебя снимает. Смотри, круто. Пошлите, попробуйте. Выходные, наверное. Сейчас. Поэтому. Сидят и убегут. Вот, вот смотри, вот здесь вот даже, видишь? Вот на этой. Так, прикольные тренажеры. Побегал себе, да? Да, все. На вот тех понравилось, там, где девочка. У нас тоже такое есть. И видишь, что пол мягкий. То если даже как бы упадешь, то рыльца не разобьется. И он то прикольное. Ну, Леша пробовал. Ну, пробуй. Да. Оно как спину выравнивает. Тут нормально. Красиво. Ну, Саша, это ты на делала? Несчастные случаи были? Нет. Аленка, убери ее. Коза. Господи, так можно спину поломать. Может, так надо? Может, это вот так?
Это как-то для лица неудобно. А, кстати, на каждом вот нарисовано, смотри, вот на каждом нарисовано, для чего турник и что нужно делать. Вот это как подтягиваться видно, видишь? Ну да, как на турничке. Надо узнать, сколько стоит хотя бы. Это для детей, Оксана. Какое оно для детей? Наш... Для взрослых тоже оно. Наш вес, оно на голове. Заспорим? Если выдержит, я даже заплачу за тебя, полетишь в юбке. А что, ни разу бы не хотели попробовать на таком? Я бы хотела бы попробовать, я бы так хотела вообще. Хотите через мостик, хотите прямо вот так вот пойдем? А под мостиком? Смотри, ух ты ж как голуби только что летели. Я уже удалила, вышнехтила из нематости. Класс, лазанка вообще. Блин, как бы я хотела. Вот, вот это для детей, вот видишь, для детей вот это пониже. Они вот тут спускаются. А там уже для взрослых. Помощите ручкою! Помощите! I was lost in the woods, under dust, and the fairies found me. And they led the way, they cleared the way to my heart. All the hurt, all the pain under the skin, I had fainted. They clear the way to my heart. Thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer for fairies. Another complete stranger.